Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии пресечена незаконная деятельность игорного заведения, находящегося на территории Калининского района. Установлено, что 41-летняя подозреваемая, согласно отведенной роли в составе организованной группы, незаконно организовала проведение азартных игр вне игорной зоны. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли в помещении игральные карты, фишки, кнопки дилера, сукно, сотовые телефоны и около 1 миллиона рублей. Установлено, что в период с января по сентябрь 2021 года неустановленные лица, действуя организованной группой на территории Твери и области, проводили в одном из арендуемых помещений оздоровительного комплекса азартные игры с использованием игрового оборудования и незаконно извлекали доход из данного вида деятельности – до тех пор, пока деятельность игрового заведения не была пресечена полицией. Игорный клуб работал в закрытом режиме. Вход согласовывался по телефону с оператором, а также отслеживался охранником посредством установленного видеонаблюдения. Пройти в помещение могли только постоянные игроки или лица, прибывшие по рекомендации. Калининским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенной организованной группой в особо крупном размере.